Леонид Пантелеев. Как поросенок говорить научился. Один раз я видел, как одна совсем маленькая девочка учила поросенка говорить. Поросенок ей попался очень умный и послушный, но почему-то говорить по-человечески он ни за что не хотел. И девочка, как ни старалась, ничего у нее не выходило. Она ему, я помню, говорит: «Поросеночек, скажи «мама»!» А он ей в ответ: «Хрю-хрю». Она ему: «Поросеночек, скажи «папа»!» А он ей: «Хрю-хрю». Она: «Скажи «дерево»!» А он: «Хрю-хрю». Скажи «цветочек»!» А он: «Хрю-хрю». Скажи «здравствуйте»!» А он: «Хрю-хрю». Скажи «до свидания», а он: «Хрю-хрю». Я смотрел-смотрел, слушал-слушал. Мне стало жалко и поросенка, и девочку. Я говорю: «Знаешь что, голубушка, ты бы ему все-таки что-нибудь попроще велела сказать. А то ведь он еще маленький, ему трудно такие слова произносить». Она говорит: «А что же попроще? Какое слово?» «Ну, попроси его, например, сказать «хрю-хрю».» Девочка немножко подумала и говорит: «Поросеночек, скажи, пожалуйста, «хрю-хрю».» Поросенок на нее посмотрел и говорит: «Хрю-хрю». Девочка удивилась, обрадовалась, в ладоши захлопала. «Ну вот, — говорит, — наконец-то научился».